Привет, хендмейкер! Давно хотела сделать красивый сувенир, цветок колы, как маленький цветочек. Для такой красивой колбочки я снова использую пластиковую бутылку. Кстати, с пластиковыми бутылками они нам в будущем еще понадобятся. Саму розочку я сделаю из гофрированной бумаги красного цвета. Вырезаю лепестки. Подкручиваю с помощью деревянной палочки. Хорошенечко растягиваю. Формирую шарик из фольги и собираю цветочек. А из зеленой я сделаю лепесточки. Выбирайте бумагу, чтобы она хорошо тянулась. Делаю дно. Из золотистого я сделаю крашу колбочки. Внутрь вклеиваю лепестки и саму розу. Сделаю крышку и украшу ее. Такая розочка в колбе станет отличным украшением рабочего стола.